Здравствуйте, вы смотрите новости 5 канала. В студии Кристина Кущ и в начале выпуска коротко о главных темах. Сняли полы, распилили их, вот эти вот стены, мы снимаем обрешетку. В зрительном зале многопрофильного молодежного центра настоящий переворот. Сейчас там ведется демонтаж. Совсем скоро будут произведены ремонтные работы, после чего он вновь будет принимать у себя жителей и гостей Канска. За период месяц, за август, за нами было выполнено открытие, получается, правой стороны проезжей части. Ремонт путепровода, который начался еще в июне, продолжается. На данном этапе выполняется устройство, выравнивающее слоя второй полосы движения. Подрядчик планирует сдать объекты раньше установленных сроков. Начало творческого сезона, он у нас совпадает всегда с празднованием праздника города, поэтому сейчас, конечно, все силы направлены на участие в проведении вот именно празднования. В этом году Канску исполняется 386 лет. Творческие коллективы города активно готовятся к празднованию дня рождения. И в начале выпуска о происшествии. В минувшие выходные в Абанском районе произошло смертельное ДТП. Днем на 48-м километре трассы Канск-Абан-Богучаны 45-летний мужчина, управляя микроавтобусом по маршруту Богучаны-Красноярск, не справился с управлением и влетел в приору. В результате погибла 13-летняя пассажирка микроавтобуса. Еще пятеро из 8 пассажиров госпитализированы. Из них двое несовершеннолетние – 17 и 10 лет. Также в больницу увезли 22-летнего водителя «Лады» и двух его пассажиров. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего и проверяют, были ли у водителя микроавтобуса документы, разрешающие перевозку пассажиров. Ремонт второй полосы путепровода, что находится в районе нефтебазы, продолжается. Представитель подрядчика рассказала, сейчас ремонтные работы на самом ответственном этапе. Это устройство выравнивающего слоя. Сдать объект планируется досрочно, ведь основная часть работ уже выполнена. За период месяц, за август, за нами было выполнено открытие, получается, правой стороны проезжей части, демонтаж асфальтобетонного, покрытия оснований. Сейчас у нас вплотную идет устройство выравнивающее слоя на путепроводе. Вот, как вы видите, уже вплотную мы идем, но нам мешают погодные условия. Вопрос открытия, опять же, и запуска, все идет только из-за погодных условий. Напомним, ремонт путепровода начался в июне. Представитель подрядчика также рассказала, помехой для полноценной работы стали многочисленные осадки, выпавшие этим летом. Но несмотря на это, 50% из 100 уже выполнено. На финишной прямой подрядчику предстоит приступить к ремонту подходов. Согласно контракту, сдать объект они должны к ноябрю. Но полноценное движение по двум полосам планируется запустить уже в сентябре. Многопрофильный молодежный центр продолжает преображаться. Несколько недель назад в нем опять начались ремонтные работы. На этот раз свежий вид приобретет зрительный зал, который, к слову, был законсервирован с 2017 года. Подробности в сюжете Татьяны Блинковой. Пока бывший зрительный зал кинотеатра «Восход» выглядит как после бомбежки, ну или так, будто это здание заброшено уже много лет. Но уже совсем скоро это помещение засияет новыми красками. Демонтажные работы уже практически выполнены. В течение 2 недель подрядчик избавлялся от всего, что напоминало о небольшом пожаре, который случился в молодежном центре пару лет назад. Выполняем работы, соответственно, сняли полы, распилили их, вот эти вот стены, мы снимаем обрешетку там. Утеплитель, который погорел. Сзади меня были на стене мостики железные, срезали мосты, сейчас будем их, соответственно, убирать. После данного выполнения демонтажа нас ожидает, соответственно, отделка. То есть это бетонные работы, также утеплитель и, в принципе, новые полы. Уже к 16 декабря этого года капитальный ремонт зрительного зала должен быть завершен. Чистовую отделку бригада рабочих планирует начать сразу после того, как зачистят помещение от строительного мусора. К слову, функционировать зал после капитального ремонта будет не сразу. Надо понимать, что это будет сделан капитальный ремонт. То есть это будут сделаны общие строительные работы. Что касаемо по оснащению, именно световым, звуковым оборудованием, также всеми нашими интересными новыми введениями, такими как телескопические кресла стационарные и телескопические кресла, это запланировано, конечно, уже следующий, это этап уже следующего года.
По проекту обновленный зал будет рассчитан на 515 посадочных мест. Здесь будет оборудована сцена, установлены стационарные телескопические сиденья и большая многофункциональная площадка. Реконструкция зрительного зала молодежного центра стала возможной благодаря поддержке губернатора края Александра Уса. На эти цели Канску было выделено более 40 миллионов рублей. Татьяна Блинкова, Александр Минеев, телекомпания «Канск», Пятый канал. Сразу после небольшой рекламы вас ждет блок коротких новостей. Также вы узнаете, как идет подготовка к празднованию Дня города и где в Канске можно пройти УЗИ. Производственно-торговое предприятие «Трактор Деталь». Более 10 лет специализируется на поставке запчастей для тракторов, спецтехники, лесозаготовительной и сельхозтехники отечественных и зарубежных производителей. Поставляет расходные материалы и навесное оборудование. Профессиональная команда – это гордость предприятия. Качественно, удобно и в срок. «Трактор Деталь» обеспечивает запчастями не только Канский район, но и всю восточную зону Красноярского края. Дилерские договоры с ведущими поставщиками и производителями страны, индивидуальный подход к каждому клиенту позволяют обеспечивать максимальное наличие ассортимента запчастей и принадлежностей для ремонта техники. «Трактор Деталь» с 2019 года является официальным дилером марки «Штиль» и осуществляет продажу, гарантийное и послегарантийное обслуживание всего ассортимента этой марки. «Трактор Деталь» осуществляет доставку товара собственным транспортом до склада покупателя. «Трактор Деталь». Мы всегда готовы к сотрудничеству. Убил возлюбленную за неприличные высказывания в свой адрес. Случай произошел в Канске в январе этого года. Пара распивала спиртные напитки. В какой-то момент у них произошел словесный конфликт. С высказываниями дама перегнула, и мужчина в состоянии агрессии схватил нож и ударил им женщину. Придя в себя и поняв, что натворил, он попросил соседей вызвать скорую. Подозреваемый был задержан на месте. Свою вину он признал. Суд назначил убийце 9 лет строгого режима. Стая бродячих собак держит в страхе людей, живущих в одном из районов Красноярска. Порядка 8 четвероногих кидаются и пугают детей и взрослых. Мало того, животные портят автомобили, грызут бампера, отрывают номера и накладки. Местные жители в отчаянии. По их словам, на жалобы не реагируют ни администрация, ни полиция. Жителю Ачинска грозит пожизненное лишение свободы за наркотический бизнес. Полицейские установили, что 39-летний мужчина является оптовым закладчиком. Через интернет-магазин он получал запрещенные вещества и далее размещал их в тайниках для последующей передачи розничным курьерам. Оперативники установили тайники с закладками, откуда изъяли 14 свертков. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого были обнаружены и изъяты пакеты с наркотическими средствами общим весом более 36 килограмм. Актуальные новости, объективный анализ и эксклюзивные комментарии о важнейших событиях Красноярского края. Региональный дайджест каждую среду сразу после новостей на Пятом канале. Главный городской праздник, день рождения Канска, которому в этом году исполняется 386 лет, состоится уже в эту субботу. А пока различные учреждения и творческие коллективы активно готовятся к этому событию. Подробнее в следующем сюжете. В здании городского дома культуры веет творчеством. Уже на входе в фойе можно встретить мастериц студии «Горница», которые занимаются творческой деятельностью. Они вплотную работают и создают различные поделки, посвященные Дню города. В сам праздник их площадка будет работать у здания ГДК. Гости смогут поучаствовать в их мастер-классах и своими руками изготовить точные копии сувениров, которые несут определенный смысл. Вот такая вот она куколка. Мотанка называется, она на здоровье. Сейчас здоровье – самая актуальная тема, которая не помешает никому, ни детям, ни всем актуальная тема. Примечательно то, что даже самый юный житель сможет принять участие в данном мастер-классе, ведь это не только безопасно, никаких острых и колющих приборов, но и полезно, так как данное творчество отлично развивает моторику рук. Готовимся провести мастер-классы по изготовлению кукол-пеленашек, вот таких маленьких, и кукла игровая для детей. Композиция не сильно сложная. За полчаса можно изготовить такую куколку, и ребенок, и взрослый уйдет с подарком, с сувениром. Уже в холле ГДК можно услышать руссконародные песни, которые доносятся из зрительного зала. Там на сцене проходит репетиция творческого ансамбля «Арте» под чутким руководством хореографа. А
начало творческого сезона, он у нас совпадает всегда с празднованием праздника города, поэтому сейчас, конечно, все силы направлены на участие в проведении вот именно празднования. В данном мероприятии мы будем с двумя номерами выступать, это вот «Во Сибири» и у нас композиция «Лес». Это у нас направление народного танца. Ежедневные двухчасовые тренировки после летних каникул ребятам даются непросто. Но они не вешают нос и усердно репетируют. Ведь их ждет ответственное выступление для жителей и гостей, присутствующих на дне рождения Канска. Участники ансамбля поделились эмоциями перед предстоящим выступлением. Переживания есть вот перед предстоящим праздником? Уже за 13 лет, если честно, нет. Потому что я сюда прихожу как в родной дом. Вот, все для меня зрители уже родные люди, поэтому, скорее всего, нет. Чувствуется небольшое волнение, но в основном все нормально. Чувствуется небольшой адреналин. То, что давно не ощущали такие эмоции, как после лета приходишь, танцуешь, выступаешь. Тебе аплодируют. Напомним, празднование дня рождения Канска в этом году будет в субботу 3 сентября. На территории ГДК в 2 часа дня состоится фольклорный пикник, посвященный году культурного наследия народов России. Кристина Кущ, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал. Кабинет ортопедии и УЗИ-диагностики снова в Канске. Не упустите возможность проверить свое здоровье. Кабинет ортопедии и УЗИ-диагностики город Красноярск приглашает пациентов в ближайшие выходные на прием, процедуру, которую вы можете получить в кабинете. УЗИ сосудов шеи и нижних конечностей, УЗИ суставов и всех основных внутренних органов. В кабинете вам всегда смогут оказать помощь в лечении суставов, постановке глубоких обезболивающих блокад под УЗИ-контролем, а также лечение с помощью введения гиалуроновой кислоты производства Германии и Кореи. При скованности, защемлении и болях в спине вам всегда предложат вытяжку на специальной скамье-тренажере. Для граждан, страдающих снижением слуха, в продаже большой выбор слуховых аппаратов. Запись на прием по телефону 8-908-012-2206. На этом у нас все. Сразу после выпуска новостей вас ждет рубрика «Полезно знать». Ну а в студии была Кристина Кущ. Всего доброго, до свидания. Первый периметр безопасности. Приготовились. 3, 2, 1, дверь! Есть! Агенты, спасибо за поддержку. Миссия выполнена. Сюрприз! Сюрприз! Настрой свою безопасность. Подключи домофон 2.0 от компании Орион Телеком. Неважно, вы ценитель белых или красных, или черных и оранжевых цветов. Главное, что вы ценитель наших. В «Ценоломе» распродажа цветных современных холодильников «Бирюса» по народным ценам. Сеть супермаркетов цифровой и бытовой техники ДНС снова радует выгодными предложениями. Теперь при покупке бытовой техники комплектом вы получаете сразу два выгодных предложения. Вам остается только выбрать. Скидка 10% на выбранный комплект товаров или бонусы про запас в количестве 15% от стоимости вашей покупки. С ДНС выгодно всегда. Наша реклама работает быстро и качественно. Подай объявление в бегущую строку 5 канала, и его увидят. Телефон стола заказов 20520. Мы вечно заняты и вспоминаем о своем здоровье только тогда, когда оно само напомнит о себе. Полис ОМС – это ваша защита. Он гарантирует ваши права на бесплатную медицинскую помощь. А если возникнут вопросы при получении медицинской помощи или проблемы в процессе лечения, то разобраться во всем вам поможет страховой представитель. Страховые представители – это сотрудники страховых медицинских организаций. В их обязанности входит информационное сопровождение и консультирование пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи. Страховой представитель проинформирует и проконтролирует прохождение диспансеризации по программе ОМС, сообщит о сроках, месте и порядке проведения профилактических мероприятий в соответствии с вашим полом и возрастом, обеспечит сопровождение пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи, поможет по выбору или замене страховой и медицинской организации.
защитит права пациентов при нарушении сроков получения медицинской помощи, в случае необоснованного требования оплаты медицинской помощи, входящей в программу ОМС, если возникнут трудности при госпитализации и если есть вопросы в процессе оказания медицинской помощи, то обеспечит проведение очной экспертизы. Если у вас обнаружили онкологическое заболевание, страховой представитель обеспечит ваше сопровождение, поможет организовать консультации врачей-специалистов, проинформирует о необходимости постановки на диспансерное наблюдение, проконтролирует организацию и сроки госпитализации, в том числе при необходимости получения высокотехнологичной медицинской помощи, проконтролирует своевременность направления на обследование и консультации к врачам-специалистам. Страховой представитель поможет сделать лечение доступным и своевременным, а взаимодействие врач-пациент – оперативным и эффективным. Как найти своего страхового представителя? Это просто. Звоните по телефону контакт-центра, указанному на памятке, полученной вами при выдаче полиса ОМС, или на сайте вашей страховой медицинской организации. Сегодня в стране работает более 14 тысяч страховых представителей. Их задача – обеспечить всех жителей России возможностью получить немедленную консультацию и содействие по любым вопросам, связанным с предоставлением медицинской помощи по полису ОМС. Все крупные страховые медицинские компании имеют круглосуточные колл-центры, в которые можно дозвониться в течение 20 секунд и получить ответ на интересующий вас вопрос. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Смотри новости Пятого канала в социальных сетях. Подпишись на YouTube-канал. Будь в курсе событий нашего города.